Кожного дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. Міський голова Олександр Сінкевич планує розпустити для перезавантаження службу позаштатних радників. А навіщо вони взагалі меру? Та яким критеріям мають відповідати, спитаємо на вулицях міста. Ну, по моїй натурі, наприклад, єдиний критерій має бути чесність і людяність, як би виражаюсь, чоловічність. Ну, як би, для чого нужны наші, як би сказати, слуги народу? Для того, щоб працювати для народу. Таке моє мнение. Советники мэра должны быть специалистами, каждый в своей отрасли, как я, как мне кажется. И второе, они должны быть уважаемыми в этой отрасли специалистами. Добрыми, хорошими, правильными, честными. Чтобы они были не штатные и не были бы связаны с какими-то службами. Вот. Желательно, чтобы это уже были люди, ну, что ли, пенсионного возраста или такие, которые имеют, не связаны, не было, чтобы у них материального заинтересованности в тех или иных вопросах. Ну, я знаю, что Александр Федорович разогнал всех советников, насколько мне понятно. А вообще, я думаю, что лучше, конечно, чтобы советника вообще не было. Лучше можно заменить его какими-то другими институциями. Но прежде всего работа с общественными организациями, законно зарегистрированными, которые несут ответственность за свои решения. Честно вам скажу, я в первую очередь считаю, что если это должны быть его советники, либо заместители, это должны быть опытные люди в управлении городом. Конечно, в большей степени хотелось бы, чтобы действительно это были люди наши, николаевцы. И я считаю, что сегодня должен мэр обратить внимание, должен действительно задаться вопросом, а кто должен ему советовать для того, чтобы управлять городом и его развивать. Прежде всего, мэр должен быть на 3 головы выше своих советников, это прежде всего. Потому что, чтобы не советовали, это люди субъективные. Безусловно, они должны иметь определенный интеллектуальный уровень. Они должны быть специалисты в какой-то отрасли, глубокие специалисты. Они должны не теряться в современном прогрессе. Но во всем и этом должен разбираться и сам мэр. Мэр призван быть очень объективным, то есть на стыке вот всех интересов. Вот.